Готовим диетический обед. Начнем с салата. Берем огурцы, помидоры, фасоль, укроп, листья салата. Добавляем соль, перец по вкусу и лимонный сок. Все хорошо перемешиваем. Салат готов. На первое у нас суп с фрикадельками. Берем куриный фарш, добавляем лук, соль, паприку, перец по вкусу. Перемешиваем все, лепим фрикадельки. Далее в масле обжариваем лук, чеснок, добавляем воду, выкладываем морковь, добавляем соль, перец по вкусу, доводим до кипения, добавляем фрикадельки, накрываем крышкой и варим 15-20 минут. Далее добавляем цветную капусту, замороженный горох и варим еще 5-7 минут. Суп готов. Всем приятного аппетита. С вами была Дания.